Приветствую вас. Давайте для начала попробуем сформировать претензии вашего мужа и, значит, спросить вас для начала, можете ли вы дать мужчине то, что он хочет? Ну, в конце концов, ваш муж, он ведь выносит вам мозг, как вы говорите, не просто так. У него есть, значит, на это свои какие-то причины. И вот эти причины для него, вероятно, достаточно сильно важны, раз он постоянно о них говорит, вспоминает и так далее. И давайте для начала же попробуем выяснить, собственно говоря, а что же мужчина хочет? Почему он так себя с вами ведет? И чего хотите вы? И самое главное, можете ли вы дать мужчине то, что он хочет? А может ли мужчина дать вам то, чего хотите вы? Понимаете, это очень важный момент. И без него, без этого момента, вряд ли можно как-то говорить о том, что ваши отношения можно правильно гармонизировать. Дальше. Следующее, о чем мне хочется вам сказать, заключается в том, что, условно говоря, вы по какой-то причине продолжаете терпеть вот эти вот все вещи от вашего мужа, которые, я имею в виду, вас не устраивают, которые вам не нравятся, которые вам не по душе, ну и так далее, и так далее, и так далее. Соответственно, возникает вопрос. А ради чего вы все это терпите? Для чего вы это терпите? А почему вы это терпите? Зачем вы это терпите? Попробуйте сами себе на этот вопрос ответить. Уверен, будет, ну, как бы это сказать, достаточно полезно на это смотреть. И вот, собственно, с этих моментов, значит, с этих моментов и нужно начинать работать с вами, понимаете? А дальше уже смотреть, либо вы сможете отношения с мужем как-то гармонизировать, либо вы все же решите с ним пожить, например, отдельно, либо вы как-то возьмете курс на расставание, потому что объективно нельзя все время жить в постоянном напряжении, там, конфликтах и так далее. Это, безусловно, для вас очень негативно сказывается. На вас и на вашем ребенке. То есть, с чего все началось, с каких пор мужчина начал вас прессинговать, с каких пор он начал выносить вам мозг и так далее. Вот на эти все вопросы вы попытаетесь сформулировать ответы, и это поможет вам получить общее направление того, как вам поступать в этой ситуации. А если понадобится помощь, то вы можете выбрать любого эксперта на нашем ресурсе и поработать с ним. На этом все. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего доброго и удачи.